Стой! Подожди. Там что-то есть. Позови святого отца. История – это дар знания, переданный нам прошлыми поколениями. Это нечто большее, чем набор фактов, подобранных в хронологической последовательности. Это источник просвещения, помогающий нам понять себя, свое место и цель в окружающем нас мире и Вселенной. Здравствуйте, меня зовут Петр Кулаков. Я приветствую вас на первой программе из цикла «День седьмой. Свидетельство забытых страниц истории». На протяжении времени исследования в сфере истории, археологии, древних языков и антропологии выявили информацию, скрытую от нас на протяжении многих веков. Таким образом, мы обретаем новое понимание о смысле жизни. Совершенно естественно начинать каждый рассказ с самого начала. Но в нашем случае это легче сказать, чем сделать. Как же нам найти исходную точку нашего бытия? Где или когда началась наша жизнь? Вавилоняне оставили нам самые древние мифы о происхождении человека. Это эпическая поэма о сотворении, написанная примерно во втором тысячелетии до Рождества Христова. Она называется «Энума Элыш», что в переводе означает «когда наверху». Когда наверху небо еще не обрело своего имени, твердая земля также не имела названия. Ни изначальный Алсу, их родитель, ни Мумму Тиамат, породившая их всех, еще не смешали воедино свои воды. По мнению экспертов, древние вавилоняне верили, что Апсу представляет собой пресную воду, а Тиамат – соленую. В начале творения они еще не были разделены. Вместе они обладали семенем жизни. Они произвели на свет поколение богов, которые через определенное время сотворили человека. Индейцы племен Навахо и Пуэбло, населяющие Северную Америку, разделяют традиционный взгляд о нескольких отдельных творениях. Ацтеки в Древней Мексике имели подобные же верования. Бог Кецалькоатль сотворил людей, вылепив их из пепла. Но потом пришел Великий Потоп, и все люди стали рыбами. Творец предпринял еще одну попытку. Но случилось полное затмение солнца, и во тьме все люди были убиты и пожраны ягуарами. Вулканическая лава и пепел уничтожили третье творение. Четвертая попытка провалилась, когда мир был разрушен ужасным ураганом, и люди превратились в обезьян. Земля в том виде, какой мы ее знаем, появилась в результате пятого творения. Но она обречена на окончательное уничтожение из-за землетрясений и голода. Не очень оптимистичная картина, не так ли? И тем не менее, такое мировоззрение было реальным для ацтеков. Все это записано на знаменитом солнечном камне, вероятно, самом важном сохранившемся памятнике цивилизации ацтеков. Созданный в 15 веке весом более 25 тонн, он является свидетельством их взглядов на начало жизни на Земле. Все их верования высечены на этом камне. Но точно ли они описывают наше происхождение? Швейцарский писатель Эрих фон Деникен, автор 16 книг. Но ничто из написанного им не имело такого феноменального успеха, как книга «Колесницы богов», изданная в 1968 году. В ней он предложил оригинальный взгляд на развитие человека на Земле. Множество веков тому назад неизвестный космический корабль обнаружил нашу планету. Экипаж этого корабля вскоре понял, что на Земле существовало все необходимое для развития разумной жизни.
Очевидно, человеком того времени был не Homo sapiens, а некто иной. Пришельцы искусственно оплодотворили некоторые женские особи, погрузив их в глубокий сон, как утверждают древние, и удалились. Тысячи лет спустя космические путешественники вернулись. Они повторяли свой селекционный эксперимент несколько раз, пока, наконец, не создали достаточно разумное существо, чтобы передать ему бразды правления обществом. Библия и Коран стали основой иудео-христианского и мусульманского учения о происхождении жизни. Обе книги указывают на Творца, существующего за пределами времени и пространства. Они описывают всемогущее существо, стоящее над естественными законами природы, управляющими нашей Вселенной. Они учат тому, что этот Бог-творец проявил свою сверхъестественную силу и сотворил все по своему божественному замыслу. Библия кратко описывает творение такими словами. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Коран, священная книга ислама, в основном придерживается библейского взгляда на творение, описывая его так. «Воистину ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за 6 дней. Потом Он утвердился на престоле. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Он сотворил солнце, луну и звезды, покорные Его воле, и разве не Ему дано творить и повелевать? Благословен Аллах, Господь, обитатель миров». К началу 19 века ученые стали предлагать новые теории происхождения жизни на Земле. Теории, противоречащие традиционному пониманию творения. В декабре 1831 года корабль флота Ее Величества «Бигль» поднял паруса и отправился от берегов Англии в 5-летнее кругосветное плавание. На борту этого научного судна находился доброволец, естествоиспытатель, 22-летний Чарльз Дарвин. Дарвиновским наблюдениям и умозаключениям суждено было произвести революцию в общепринятом понимании происхождения жизни. Эта идея заключалась в том, что Бог сотворил для каждой среды обитания конкретных животных и растения. Если бы это было так, то всякий океанский остров должен бы быть схожим с другим океанским островом. Однако Дарвин обнаружил, что виды, обитавшие в океанских островах, были подобны видам, обитавшим на ближайшем континенте, а не на других островах. Самые значимые открытия Дарвина были сделаны на Галапагосских островах, расположенных в более чем 1000 километрах от западного побережья Эквадора. Там Дарвин обнаружил уникальных животных, обитающих только на этом архипелаге. Он также отметил видимые различия среди одного и того же вида, но живущих на разных островах. Однажды он вернулся в деревню, держа в руках подобранный им на одном из островов черепаший панцирь. Туземец, увидев панцирь, произнес: «А, вы были?» и назвал остров, откуда был принесен панцирь. «Как вы это узнали?» — поинтересовался Дарвин. Туземец объяснил: «Потому что черепахи с таким панцирем живут именно на том острове». «Откуда вы это узнаете?» — опять удивился Дарвин. «Потому что на каждом острове живут черепахи с особой формой панциря. Я могу их распознать», — просто ответил туземец. И это оказалось для Дарвина шоком. Наблюдения Дарвина в конце концов привели его к развитию теории естественного отбора и публикации его книги «О происхождении видов» в 1859 году. Первое издание было распродано в первый же день. За ним последовали 5 других изданий в новой редакции. Часто называемая «книга, которая потрясла мир», она помогла пионерам современной научной мысли сформировать новый взгляд на наше происхождение. Сегодня ученые определяют происхождение жизни как материальный процесс. Это дань дарвинизму. Я имею в виду, что данная теория заставила нас полностью отмежеваться от Бога. Используя теорию эволюции Дарвина как точку отсчета, ученые и философы разработали собственные ответы на вопросы о происхождении жизни. Сегодня существует множество вариаций, основанных на теории Дарвина. Среди ученых-эволюционистов
Теория Большого Взрыва принята как точка отсчета истории нашей Вселенной, в том виде, какой мы ее знаем. Эта теория предполагает, что вся материя, ныне существующая во Вселенной, появилась из плотно сжатой, невероятно горячей массы субатомных частиц, которые взорвались около 10 или 15 миллиардов лет тому назад. Этот масштабный выброс созидательной энергии привел всю Вселенную в движение и фактически стал причиной возникновения галактик, звезд и планет, а затем и всех форм жизни и материи в пределах Вселенной. Сегодня ученые говорят об этом следующее. Большой взрыв в реальности и есть Вселенная. Он сам по себе и есть пространство, которое все расширяется и с течением времени создает новое пространство. Если бы мы могли взглянуть на Вселенную со стороны, из какого-то иного измерения, то, вероятно, нам могло бы показаться, что в какой-то точке действительно происходит гигантский взрыв. Теория эволюции учит, что жизнь на Земле развивалась в течение длительных периодов времени, переходя от простых, одноклеточных форм к сложным организмам посредством слепого случая, через процесс проб и ошибок. Этот процесс Чарльз Дарвин назвал естественным отбором. Он предположил, что существует 4 этапа. Во-первых, по его словам, всегда присутствует разновидность. В популяции нет двух абсолютно одинаковых особей. Во-вторых, речь идет об излишней продуктивности. Другими словами, каждый год рождается намного больше молодняка, чем доживает до следующего года. Это приводит к борьбе за выживание. Конкурируя и борясь, выживают наиболее приспособленные к среде обитания. Приспособленные — это те, которые имеют некие особенности, дающие им преимущество. И последнее — эти особенности наследуются, поэтому потомки таких особей, скорее всего, также станут обладателями подобных особенностей. Правда ли, что мы не запланированный и случайный результат эволюции путем естественного отбора? Или мы все же дело рук высшего существа, Аллаха из Корана или Бога Библии? Обязаны ли мы своим существованием богам ацтеков или Вавилона или неким пришельцам из космоса? В чем же заключается истина о нашем происхождении? Сегодня теория эволюции преподается школьникам и продвигается в средствах массовой информации как научно доказанный факт. Истина, однако, в том, что теория эволюции всего лишь теория. Ее научное обоснование в реальности, мягко говоря, зыбкое. Микробиолог Майкл Дентон, автор ряда книг, так отзывается о Чарльзе Дарвине и его теории. Популярная концепция о том, что после 1859 года уверенность Дарвина в своей теории только возрастала, есть не что иное, как миф. Наоборот, когда была издана последняя редакция его книги «Происхождение видов», ученый был преисполнен сомнений и разочарований из-за своей неспособности найти приемлемые ответы на многочисленные возражения. Теория естественного отбора Дарвина не могла быть тщательно проверена в одни его жизни из-за ограниченного набора научного оборудования в то время. Современные ученые способны изучать сложные системы внутри даже простейшего одноклеточного организма. Принято считать, что одноклеточные организмы менее сложны по сравнению с многоклеточными. В этом был уверен и Дарвин, полагая, что первым живым организмом была клетка. Дарвина можно простить за это, потому что в то время не было еще оборудования, позволявшего заглянуть внутрь клетки и увидеть происходящие там процессы. Теперь же, имея такую возможность, мы наблюдаем сложнейшие устройства даже самой простой клетки. Амебы передвигаются так же, как и мы. У них нет мышц, но у них есть микроволокна. Мы перевариваем нашу пищу, дышим, но это же делают и амебы. Они несравненно меньше нас. Они имеют всего одну клетку, но способны делать все то, что делаем и мы, будучи устроены, так же сложно. Сложность даже самых простейших форм жизни — вот одна из причин, почему многие ученые все более разочаровываются объяснениями, предлагаемыми эволюцией, которая полагается только на чисто неуправляемый случай. У ученых есть много причин подвергнуть сомнению силу случая. Взгляните на простой пример, и вы поймете, что я имею в виду. У нас на столе 3 кубика с номерами 1, 2 и 3. Существует 6 допустимых комбинаций этих 3 номеров. Я положу кубики в коробку и хорошенько встряхну ее.
Теперь, если бы мне пришлось вытаскивать эти кубики по одному, каковы шансы, что я вытащу их в порядке возрастания номеров? Первый, второй и третий. В среднем, по закону средних чисел, это будет каждая шестая попытка. Теперь возьмем еще два кубика с номерами 4 и 5. Добавим их первым трем кубикам и положим все в коробку и встряхнем. Теперь у нас уже 120 возможных комбинаций. Закон средних чисел гласит, что вероятность того, что я вытащу эти номера в порядке их возрастания 1, 2, 3, 4, 5, в среднем одна из 120 попыток. Вернемся к нашим первым 5 кубикам и положим их в коробку. У нас есть еще кубики с номерами от 6 до 10. Я их положу в коробку с другими кубиками. Теперь вероятность того, что я вытащу все 10 кубиков в порядке возрастания номеров, составляет всего один шанс на 3,5 миллиона. Позвольте мне продемонстрировать это более наглядно. Если бы я решил вытаскивать эти кубики круглые сутки, вытаскивая по одному все 10 кубиков каждые 15 секунд, я мог бы ожидать своего выигрыша примерно один раз каждые 18 месяцев. А что бы случилось, если бы я удвоил количество этих кубиков, пронумеровав их от 1 до 20? Как долго мне пришлось бы трудиться, чтобы достать все 20 номеров в порядке возрастания? Предположим, что я могу играть с молниеносной скоростью и доставать все 20 кубиков за 1 секунду, делая это день и ночь. Согласно закону средних чисел, я могу ожидать, что буду вытаскивать все 20 кубиков из коробки в порядке их возрастания один раз каждые 77 миллиардов лет. Эта простая игра в числа не может сравниться с необъяснимой сложностью даже самых простых частиц материи. Пьер Лекомб де Нуи, физиолог и автор книги «Человеческая судьба», просчитал вероятность формирования молекулы протеина, содержащей 2000 атомов. Такая вероятность составляет 1 из 10 в 321 степени. На самом деле не существует легкого способа описать такое число. Его невозможно даже представить. Возьмите лист бумаги и напишите на нем цифру 10, за которой следует 320 нулей. Послушайте, что говорит Лекомб де Нуи. Явление, которым требуется в среднем больше времени, чем продолжительность всей известной истории мира, чтобы проявить себя хотя бы раз, в рамках человеческого сознания можно считать невозможными. Этот кусок угля на 70% состоит из углерода. Углерод необходим для существования любой органической жизни. Это четвертый по распространенности элемент во всей Вселенной. И этот самый обычный базовый элемент, который необходим для органической жизни, тем не менее невероятно сложен. Для того, чтобы атом углерода появился в естественных условиях, необходимо, чтобы соединились три ядра атома гелия. Но мы обнаружили, что условия для такой реакции нужны весьма точные. Другими словами, если баланс сил в ядре атомов окажется немного иным, подобная реакция будет просто невозможна, и образование углерода также станет невозможным в прямом смысле этого слова. Человеком, открывшим реакцию образования углерода и необходимые для этого условия, был Фред Хойл, один из величайших астрофизиков и космологов 20 века. Хойл был очень скептично настроен в отношении религии, по крайней мере, в то время. Он был атеистом.
Некий сверхинтеллект должен был просчитать и сформировать свойства атома углерода. Иначе шанс на то, что такой атом может быть сформирован слепыми силами природы, просто невероятен. Числа, которые получаются при просчете этих фактов, кажутся мне настолько ошеломляющими, что заставляют меня сделать подобное заключение без всяких вопросов. Это показывает, что эволюция посредством серии случайных, неуправляемых мутаций практически невозможна. Данный факт показывает, что весь сценарий эволюции можно подвергнуть сомнению. Сейчас ученые ищут короткие пути или стараются каким-то хитроумным умозаключением вырваться из царства случайностей. Но многие откровенно поражаются своим открытием, находя все больше и больше ясных доказательств разумного сотворения. Мудрый дизайн, безусловно, требует наличия автора. Портрет такого дизайнера и описание его творчества мы находим в Библии. Сам рассказ о творении описывает систематическую прогрессию творческих шагов, кульминацией которых стало сотворение человека. Еврейский пророк Иеремия утверждает процесс разумного творения, когда пишет о Творце. «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса». Библейское богословие творения не пытается дать научного описания Божьей творческой деятельности. Вместо этого оно подчеркивает значение, намерение и цель сотворения. «Верою познаем, что вселенная сотворена Словом Божиим, и что все видимое создано из невидимого». Я думаю, что главный смысл этого текста в том, что признание Вселенной как результата творения — это вопрос веры, а не научного знания. Другими словами, мы в состоянии понять Вселенную в деталях благодаря научному подходу, но мы рассматриваем ее как творение Божье, основываясь на нашем личном доверии и уверенности в Боге. Возможно, некоторые из нас слишком быстро отвергли эту древнюю книгу, посчитав ее набором древних сказаний, легенд и преданий. Ценность ее лежит в иной плоскости, нежели царство науки. Она обращается к концепциям, которые невозможно проанализировать в лаборатории. Она рассматривает многие вопросы, на которые наука не в силах ответить. То есть наука может говорить о том, как ведет себя Вселенная и как в ней происходят те или иные процессы, но она не в силах объяснить, почему они существуют. Другими словами, наука не может в действительности дать ответы на фундаментальные вопросы бытия. Возможно ли, чтобы всеми пренебрегаемые страницы Писания на самом деле давали бы нам правильное понимание нашего происхождения? Если да, то мы здесь не случайно. Мы должны рассматривать себя частью замысла Творца. Должен существовать какой-то план, какая-то реальная цель нашего существования. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». В библейском повествовании о творении мы видим, какие высокие ожидания имел Творец в отношении сотворенного им человека. Люди были сотворены по образу своего Создателя. В своей первозданной чистоте они имели непосредственную связь с Богом, личные, близкие отношения со своим Творцом. После сотворения человека, как говорит Библия, Бог отметил окончание процесса творения особым днем покоя, таким образом устанавливая недельный цикл человеческой жизни. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Сотворив субботу, Бог дал человеку возможность подражать Ему, войти в Его покой и этим ознаменовать свои особые отношения с Ним, как со своим Господом и Творцом.
Что же сотворил Бог в седьмой день? По сути, в седьмой день Бог не творил ничего материального. Однако вместо этого Господь сотворил своего рода контекст, исходя из которого мы действительно можем оценить, наслаждаться, радоваться всему сотворенному в мире природы, в материальном мире и в самой жизни. Суббота, таким образом, стала святым периодом времени, священным даром Бога своему народу и еженедельным напоминанием о мудрости Творца, Его силе и любви. Она должна была помочь человеку найти подлинную перспективу жизни. Разговор об этом мы продолжим во второй части нашей программы «День седьмой. Свидетельство забытых страниц истории».